нападающий Поволжской академии спорта Сарвардинов Эдгар. Эдгар, прокомментируй, пожалуйста, матч, расскажи об эмоциях, как удалось сегодня забить 3 мяча. Ну, 3 мяча я забил с помощью партнеров, они создавали хорошие моменты, команда взаимодействия были хорошие, что и привело к голам. Вот. Насчет игры могу сказать, что первый тайм мы провели неплохо, но не так, как хотелось бы, потому что были некоторые ошибки, которые приводили к моментам соперника. Во второй тайм мы полностью контролировали, инициативу перехватили, но все же были ошибки, которые приводили к моментам. И надеюсь, что завтра таких ошибок не будет, и мы реализуем все свои моменты. Также могли сегодня намного больше забить. Но почему-то не получалось. Может, парни не построились под поле, может, просто что-то не так пошло. Хорошо, спасибо. С победой вас!